Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдоты про 23 февраля. Поехали! Как в армии идти? Так никого нету. Как бухать 23 февраля? Так все защитники. Только накануне 23 февраля можно увидеть в метро улыбающую девушку с только что купленными спиннингом и дрелью. Слушай, что тебе жена подарила на 23 февраля? Да ни хрена! Слушай, тоже хороший подарок, а главное, место не занимает. Мужчины дорогие, сейчас мы будем поздравлять с распрекрасным 23 февраля. Поздравляем всех мужчин вокруг, любя, благ в финансах, любви в романсах. Всем мужчинам ура! С распрекрасным 23 февраля поздравляем всех. В этот день поздравить тебя с 23-м так приятно. Я желаю счастья, добра и зарплаты адекватной. Я желаю счастья тебе, совершенства и удачи. Везения желаю в судьбе, только так и не иначе.